Взаимная любовь, она бывает? И если да, то насколько важно это отношение? Как понять, что он тебя любит? Должно быть только взаимно, здесь и сейчас, до мурашек по коже. А иначе, для чего оно все это нужно? Вы тоже так считаете? А может ли так быть? А должно ли быть так? А не исключение ли это? А бывает ли так? А как это вообще взаимная любовь? Что это за понятие? Как ее достичь? Вопросов много. Поэтому начнем с главного. Любовь – не всегда объяснимое понятие, а главное – неуловимая штука. Когда мы ее безумно и страстно хотим, она не появляется. А когда постучалась в дверь, мы ее вроде и приняли, а уберечь не умеем. Любить и быть любимой – это прекрасно. Это счастье всех счастливых дней. И бояться любить глупо. Она не делает плохо. Это человек не умеет ее понять. Порой нам кажется, что все тайны настоящей любви мы уже разгадали. А позже смущаемся и осознаем, что так и не смогли понять ее суть. Теперь вопрос. Нужна ли любовь в браке? Не скажу, что вопрос глуп, но ответ мой ясен. Любовь в семье – обязательное явление. Это очень важно. Только вот не каждому дано эту самую любовь проявлять. Вернее, не всем в мире дано любить. Да и вообще, для чего заводить отношения, не имея обоюдной любви? Мне этого никогда не принять. Хотя понимаю, многие пары так живут, и многие согласны на такие отношения. Есть такое чувство, как привязанность. Именно его и путают часто с безусловной любовью. Как это? Безусловная любовь. Это когда принимаешь человека таким, какой он есть. Любишь его со всеми его недостатками, слабостями и вредными привычками. Такая любовь, безусловная любовь, подвластна только зрелым людям. Это именно то чувство, которое приходит к человеку уже с годами, то есть набравшись определенного опыта, пройдя через многие испытания. В любых отношениях должна присутствовать любовь. Брак, основанный без любви и на любви лишь одной стороны, приведет к плачевным последствиям. Должно быть обязательно взаимно. Вот оно, величие и мудрость жизни, взаимность. Находиться рядом с тем человеком, которого не любишь, это эгоистично, подло. Это значит ненавидеть весь мир и злиться на себя за что-то. Это неуважение к человеку, который души в тебе не чает. Находиться в отношениях, не принимая должного участия в них, и вести ложную игру жизни, обманывая себя, любимого человека и весь мир – это подло, непорядочно, корыстно. Должно быть только взаимно, здесь и сейчас, до мурашек по коже, а иначе для чего оно все это нужно? Я считаю, связывать жизнь ради отношений – это непристойно, неприлично, вредно для здоровья. Буду одна, пока не пойму, что тот человек мой. Пока не буду уверена, что мы сможем сделать жизнь друг друга счастливее. Пока каждая моя клеточка не закричит «Да! Это мой человек! Это он!» А сейчас? Сейчас.